Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Wolfenstein 1. И мы сегодня начнем задание 2, часть 4. Оскверненная церковь. Итак, задача: проникнуть в церковь Вульфбурга, найти Хельгу в соборе, устранить всех личных элитных стражей Хельги. Жители Вульфбурга называют это место «Оскверненная церковь». По-видимому, около 1000 лет назад с ней произошла весьма темная история. С тех пор, по слухам, она несколько раз использовалась для каких-то оккультных церемоний. Слухи слухами, но нам доподлинно известно, что Хельга и ее ПМ отдел СС сейчас находится там. Мы не знаем, что они затевают, поэтому крайне важно, чтобы вы провели расследование и собрали как можно больше развединформации. Предостережение. Группа Крейнзой сообщает, что элитная стража Хельги фон Булу — это небольшая группа крайне одаренных женщин, достигших исключительного мастерства как в обращении с легким огнестрелом, так и в том, что касается физической подготовки. Также, по слухам, они объединены ритуалом, называемым «Шабаш ведьм». Прикольно. Будем воевать с шабашем. Что происходит? Минутку. А вот и та самая жирная бабуль. Это работает? Пожалуйста, будьте терпеливее. Мы работаем сейчас в очень сложных условиях. Хватит этой ерунды. Скажи мне, это будет работать? Да или нет? Фрау фон Булло, сколько раз я должен напоминать вам? Это очень сложный и деликатный процесс. Его нельзя ускорить. Это ничему не поможет. Не применяй этот менторский тон ко мне! Минутку. Одну минутку. Что? Что? Да-да, процесс экстрагирования начинается. Это всего лишь вопрос времени. Превосходно! Какая все-таки жирная, противная бабулька. Сохранились. У нас боеприпасов очень мало. Но до церкви мы добрались. Бедный Иосиф, посмотрите на него. Он разорван на куски. Кто сделал это? Это не человек. Чем вы занимаетесь? Вы пожалеете, если не начнете действовать. Хватит стоять, как ослы. Принимайтесь за прочесывание местности. Ищите американца. Он должен быть уже мертв. Да, тупанул. Так, бери вот это и пошли. Так, аптечек я пока не видел. Есть только одна аптечка вот здесь. Посмотрите, разорван на куски. Кто сделал это? Это не человек. Чем вы занимаетесь? Вы пожалеете, если не начнете действовать. Хватит стоять, как ослы. Принимай. Да, там она что-то очень прыгнула как-то не особо. Все, нормуль. Так, а можно еще раз? Они тоже что там вооружены. Они тоже. И девки что-то в латексе бегают. Так я не понял, что вы там не хотите сделать-то? Вы хотите что ли оживить, что ли, да? И себе на службу пустить.
Так, можно пойти туда. Здесь еще один такой лежит. Ой, здорово. Наверное, просто во сне. Приготовиться! Повернулся. К чему готовиться-то? Да. О, я думал, там я в другом месте. А, и вправду я в другом месте. Блин, какие они все-таки точные это, а? Они очень больно бьют. Че они бьют больно. Так, можешь это использовать. Не, это тоже бесполезно. Вот и все. А мы пытались там с ней как-то по-другому. Она вон как все просто. Так, ладно, с этим мы здоровье восстановили. Патронами тоже напряг, вроде убрали. Так, теперь мы на улицу выбрались. На первый этаж. Пошевеливайся, выполняй приказ развернуть оставшуюся элитную стражу. Я воль! Ну и воль, окей. Мне все равно кого убивать. Блин, вот как вы не достали-то за углом прятаться-то, а? Так, одного убили. Еще двоих. Сохранились. Но ее можно убить по-нормальному. Просто в угол ее загнать и все. Все. Допрыгнулась. С ними как-то полегче. Боеприпасы пополняются.
так от патронов мало уходит. Здорово, а ты там что забил-то? Все, до свидания. Я вам что-то хотел просто боеприпасы подобрать и к документикам, но кажется, и не просто за этим. Сохранились. Для оберфюрера СС Блаватской. От обверца вон Баулу. У меня потрясающие новости. Наша группа только что обнаружила свидетельство еще более древнего захоронения среди развалин церкви. Я считаю, что это могила Олирика, легендарного оружейника древних тулей. Если это так, то там должен находиться давно потерянный кинжал Опеки. Одна из ценнейших реликвий всей тулианской эпохи. Это будет для нас величайшим открытием. С уважением, Хельга. Может, паре гранат надо кидать, а? Блин. Мне так просто подняться нельзя. Она сразу меня убьет. Надо ловить нее на гранате. Это сложновато что-то. Ну ладно, окей, давай попробуем это. Кажется, убили. Да, граната просто упала, она не взорвалась. Не успела кинуть. Кинуть не успела. Сохранились. Не, у меня здоровье в любом случае больше. Она сейчас здесь появится. Ай, зря я перезарядил. Еще одна. А, ну там. Топайте больше. Вы очень громко топаете. Я не глухой, чтобы это не слышать.
Так, нет, в ближнем бою нам делать нечего. В ближнем бою они и очень опасны. А я в дальнем опасен. Опасен. Так, сохранились. Я так и знал, вы постоянно где-то прячетесь. Приготовиться! Чему? Чему приготовиться-то? К истерике, что ли, да? К пончику? Приготовиться! И еще, почему у тебя вся охрана в латексе бегает? Вот скажи, пожалуйста. Вообще-то ты меня убить могла. Чё не убила-то? Ой, там много. Ну давай, давайте, топайте, топайте. Нарядились тут на показ. Куда-нибудь. Журнал. В один интересный. Для определенных читателей. Латексы бегают тут, а? Давайте, давайте, чё ж там. На каблуках, с пушками, давайте. Вы же нормально воюете, чё вы так? Так, сюда у нас чё? Закрыто. О, с патронами у нас теперь проблем нету, сохранились. Это я сломаю, чё тут закрыто, я сломаю ещё. Или думали, не сломаю. Кажется, конец уже. Сохранились. Думали, я не сломаю. Ну все, давайте вот на этом мы и закончим. В следующей серии мы уже приступим к следующей части. Все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.